за нас ванной дырка, да? Наконец-то нашли наш размер. Будем вставлять, заделывать дырку в ванну. 30 на 40. Пошли, зачем приехали искать? Крышу простреленную в беседке стрелять после войны в Чеченске. Что, идем для плантуса искать, для ракера, для этого унитаза, блин. Сказали, что в воде. Сейчас будем смотреть. Затычку. Прокладку. Заглушка. Что-то Андулен еще присматриваем. Думаем, что тут. Ну, выбрали цвет какой? Бордовый. Бордовый, как дом. Написано лист красный. Андулен. А он бордовый. 18 листов надо, да, ну, может хватит, не хватит, будем смотреть. 6 коньков. Кладем. Да, кладем. Что, он тележку подготовил? Да? И что, как везет? Нормально везет. Куда везешь? Заметно, да, заметно. Ну и что, как едется с Андулином-то? Нормально едется, тут широко. Нормально? Тут спереди я бы точно не залезла, а тут нормально, тут широко. Да и вперед по плесу. Тут второго человека можно посадить. Ну да. Будем еще разгружаться потом. Ну, разгружаться уже будет проще, чем загружаться. Ну да, смотрим. Помощник, да? Ну, вместе, подожди, все, сейчас вместе. Во, затаскиваем, да? Примеряем. Сейчас посмотрим, что у нас будет. О, наложил. Умный, наложил. Не так, Кирилл. А как? Переверни в длину. А, в длину, я говорю, что она тут еще. Вот, сейчас разнесем всю крышу. Потом все ее разбирать и заново все усиливать. Ну-ка, давай туда. Вот, я его там поставил. Ну, вот. Вон уже победы все пока. Ну, как там, Кирилл? Во, сейчас закладываем изоленты, скотчем приклеиваем и будем так жить. Ну, пошли с другим. Пошли. Вон кто как таскает. Я так, вот таким. Давай быстро таскаем. Во, носилечки. Ну, вам по мороженому сегодня заслужите точно. По 3. Угу. Ну, как несется? Нормально все несется. Ага, нормально. Как, Кирилл? Нормально. Тапки чьи? Мои. Разворачивай, да? Руки точно пипец. Вон прозрачная крыша у нас превращается теперь в черную. Да нет, классно будет, у всех беседка. Потом он. Почему нельзя его оставить так? Стеклопакетами. О. Ну, так хорошо смотрится пластик здесь хотя бы. Посмотрим. А будет эти завихрения. Нормально будет. Посмотрим. Кидывай, Кирилл, давай. Я вам уже там закинул. Ну еще давай пробуем туда закидывать. Давай, пошел. Давай в космос на второй этаж. Надо было мне лестницу куда двинуть. Нормально, затаскиваем туда. Все. В принципе. Беседка шоколадного. Да, лист, вот металлический. Все. Ну вот будем думать, вот да, эту как часть лучше. Так же, только туда. Ну вот будем думать. Как... Металлический такой лист.
Вот такая скоро будет крыша. А вон вся простреленная. Там провода, Кирюк, смотри. Даю еще листы. Ну и что, вон пластик, да, поверхностного уложили? Да. У нас новая крыша. Ну, посмотрим, как будет. Во. Теперь только мастерить надо дальше. Все это подгонять и делать. Что делаешь? Это же солнце мне в глаза попало. Ну, по-моему, будет классно, красиво, по крайней мере. Анюткин, как тот? Анют! Кирилл, смотри, там как будто гора. Видишь? А что, высоко, классно? Да. Что видно? Все видно? Да, что там на участке. Угу. Там машина. Ну и что, у нас теперь комплект, дом, крыша, да, и беседка будет такая же. Все будет одинаково. Одинаково все будет, да, и под один тот же цвет. Красный андулин.